За 20 лет работы вокальный ансамбль «Горница» влюбил в народную песню многих ребят и воспитал не одно поколение талантливых артистов. Отметить день рождения коллектива долго не получалось. Юбилейный концерт несколько раз откладывали из-за пандемии. Но, наконец, и поклонники творчества «Горницы», и сами вокалисты дождались этого события. Я испытываю, безусловно, волнение и предвкушение чего-то грандиозного, потому что мы готовились очень долго к данному мероприятию. Мы вот подготовили эту программу, выхватив из, так это можно, наверное, сказать это слово, выхватили такие самые яркие, самые любимые песни в репертуар концертной юбилейной программы. Но и будут встречаться песни, которые мы еще ни разу не пели, и дорогой наш зритель, любимый зритель их услышит. 20-летняя история образцового коллектива Нижегородской области, ансамбля народной песни «Горница», была насыщена яркими, значимыми событиями и достижениями. Не сосчитать те многочисленные награды на конкурсах и фестивалях, которые коллектив привозил в Саров. Огромная благодарность от города, от жителей города, от всех нас, коллективу, который поддерживает народные традиции, который оказывает воспитательную функцию, которая позволяет нам ощущать себя естественно, комфортно и очень достойно и приятно находиться рядом и слушать это творчество. За 20 лет многие песни ансамбля «Горница» полюбили саровским зрителям. И руководитель коллектива Ирина Оськина не убирает эти произведения из репертуара, но всегда старается включить в концертную программу. В этот раз в честь юбилея участники ансамбля спели задорную песню «Саровчаночка». На сцене выступили все возрастные группы ансамбля народной песни «Горница», а танцевальные номера зрителям показал хореографический коллектив «Карусель». Светлана Ярунова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.